Российская певица Любовь Успенская, которая поддерживает войну в Украине, решила покинуть РФ. Причиной этому стал скандал, в который она вляпалась несколько недель назад. Не успела она разобраться с семейными скандалами, как тут же угодила в новые передряги, а именно она избила соседскую собаку. Очевидцы сняли все на видео. Адвокат артистки заявил, что певица уехала из России и неясно, вернется ли она обратно. Об этом пишет телепрограмма «Про». Она гражданка США, покинула страну и непонятно, вернется ли, поделился он. Также он добавил, если Успенская вернется, то ее ждет продолжение истории с избитой собакой. «Мы собираемся подавать заявление в конце августа. Хозяйка избитой собаки надеялась, что зрение у питомца восстановится, но придется делать операцию. Кроме того, высока вероятность, что собака может не проснуться после наркоза. Все это пока затягивает весь процесс», — пояснил адвокат певицы. Раевская, чей бульдог пострадал от Успенской, обратилась к адвокату Александру Добровинскому, которому в 20-м удалось доказать в суде вину печально известного Михаила Ефремова. Правозащитник ранее уже успел выступить с рядом заявлений по делу с Успенской. Напомним, со слов очевидцев, Успенская решила, что щенок представляет страшную угрозу, накинулась на него, погналась и оказалась на территории соседского дома. На крыльце сидел еще один французский бульдог. Старый и уже почти не ходячий. Разъяренная Успенская решила избить собаку. Между звездой и хозяйкой собаки завязалась перепалка, которая попала на камеру. Поведение надрывающейся чуть ли не в истерике Успенской тогда многих шокировало. Причем все оправдания певицы на тему того, что на нее и на ее собаку набросился соседский домашний питомец, особого действия не возымели.